Из всех видов спорта он выбрал шашки. Александр Ширяев – победитель и призер международных и российских чемпионатов и первенств. Без ложной скромности считает, что интеллектуальные виды спорта – его сильная сторона. Ну, я занимаюсь с 6 лет. Мне правда это интересно, потому что каждый раз ты преодолеваешь какие-то новые свои цели, достигаешь. Сегодня в Челябинске награждали спортсменов и их наставников, учитывались и достижения команд. На бале чемпионов лучших отметили в 6 разных номинациях. Мы хотим отдать дань тем достижениям, тем трудностям, которые преодолевают наши челябинские спортсмены для достижения самых высоких наград, прославления города, области и, конечно, нашей страны на международных аренах. Награждение спортсменов стало уже традиционным. Мероприятие проводят каждый год. Свыше 200 человек в этот раз отметили дипломами и денежными премиями. Более 20 лет мы, еще раз повторюсь, продолжаем делать все для того, чтобы Челябинск сделать в том числе и спортивным центром Южного Урала. Для этого создаются максимально все условия. Также в этом году было объявлено интернет-голосование. Южноуральцы могли выбрать лучшего, по их мнению, спортсмена в каждой номинации. Народных любимцев тоже отметили дипломами. Венера Каримова, Роман Поротиков, 31 канал.